Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, друзья, мы будем с вами продолжать играть в прекрасную Ori and the Will of the Wisps. Эта игра для меня своего рода медитация. Не знаю, как для вас, я надеюсь, для вас тоже, потому что в ней можно, знаете, просто расслабиться, за исключением моментов, когда адско бомбит, если что-то не получается. А, в общем, сейчас, погодите, ты что-то как-то неудобно себе все настроил. Теперь хорошо, можно откинуться и кайфовать, медитировать, друзья. Несмотря на всю печаль, у нас... А, вот нас куда спустило. Мяу. А как же наш свет? Кто-нибудь? И смотрите, мы не можем никакие способности применять, просто прыгаем. Но двойной прыжок все еще есть. Почему? Смотрите, дерево. Это дерево духа. Ах, нифига себе, мы сразу же его встретили. Все, он умер? Нет. Они сейчас помогут, да? Они оживят его. Мы должны будем это сделать. Нет. Не может быть, я не верю. Скорее всего, сейчас нам расскажут про какой-то древний секрет воскрешения. И поэтому мы... Я что, Игру престолов смотрю, что ли? Я до последнего не верю. Я думаю, что сейчас что-то изменится. Какой-то... Да! Да! Вот что духи делают с этим местом. Вот какая магия происходит. А духи покинули этот остров. Посмотрите. Жители снова увидят это чудо. И мы обязаны остаться будем здесь. Так, ну погодите. Хорошо, можем идти только вперед. Это еще не конец, я же знал. Я уверен... Я уверен, что мы его спасем. Квалок! Твоя подруга. Мне очень жаль. Голос леса сделал для нее, что мог. Но свет его ослаб. Эти темные времена принесли много страданий, особенно с самым маленьким созданием. Да ладно, они обрывают каждую надежду мою, с каждой секундой. Вот оно, дерево духов, да? Слина. Когда Ива не стало, свет разбился на части. Нам нужно собрать все частицы света. Духов не стало, и в наш мир пришел упадок. Былого света остались лишь тусклые огоньки, да и те разлетелись. Брошенные на произвол судьбы, они вскоре угаснут навек. Это лишь вопрос времени. Но
и помогли мне разузнать, где они упали. Мимо. Память леса скована морозом на севере. Это там, где медведь. Его глаза сокрыты во тьме на юге. Его сила погрузилась под воду на западе. И на востоке. Его сердце погребено в зыбучих песках на востоке. А его голос стал твоим спутником. Поодиночке они светятся тускло, но только этим огонькам под силу справиться с приключившейся бедой. Слишком долго я прятался в своей лощине. Я тоже отправлюсь на поиски. Да прощай, дитя. Мы с Моки... Ах, сволочь, я не успел начинать. Возьми, Ори. Тебя унесет далеко-далеко. А мы останемся и присмотрим за твоей подругой. Есть надежда, я же сказал. Перо Куро. Вы освоили новое умение. Shift, ага, парясь в воздухе. Давай, свет, войди в меня, пошли дела вершить. А мы хотели вместе с нашей... С Ку хотели уйти из этого леса, но сама судьба вынудила нас остаться. О май гуднес. Итак, нам нужно семена... А, нифига, куда нас отнесло. Значит, надо вернуться, семечко посадить, потом к нему. Да, пойдемте. Ну, мне нравится, как они, конечно, хорошенько так потрепали нервы. Куда нам? Правильно, да, все прямо, прямо и прямо, все прямо и прямо. А как нам наверх? А, неважно. Оп. Вот так. И наверх. Оп. Есть, есть, ухватился. Все эти помощнички, враги, которые пытаются мне тут подсобить, уже не надо, друзья. Я уже сам все умею. Итак, поговорить стали. Слушай, насчет этой ветки, неси ее отсюда подальше. Разве ты не видишь? Это уже не древесина, а камень. Дерево, с которого взяли эту ветку, не исцелить. А еще окаменение заразно. Мне как-то пришлось спалить половину клумбы, чтобы от него избавиться. Унеси ее, пока зараза не перешла на новую жизнь. Задание обновлено. Сообщить хранителю деревьев грустно... Да что ж такое? Что за депрессон, друзья мои? Что за депрессон? Почему? Сейчас, давайте нормально подпрыгнем. Оп. Она же вот. Она же вот тут. Пойдемте сообщим. Итак, два. Перенестись. Перенестись вот сюда. Как? Масштаб? А, Space. Удерживаем. Хорошо сделали. Значит, даже я бы сказал смело, наверное, для довольно-таки детская игра, если честно. Да и это очевидно. И просто вот так вот все унести в такое прям, знаете, ощущение разрухи. Разрухи, упадка есть и ощущение безнадежности. Прости, чувак. Когда луны светили ярко, моим деревьям не было числа, а я смотрел, как они растут. А теперь ночь темна, а деревьев у меня не осталось. Осталось лишь вот это, единственное семя, да. Семя последнего дерева. Не могу смотреть, как оно чахнет из-за упадка. Ты возьми его в благодарность за помощь, пусть и запоздалую. Вы нашли новый предмет для задания. Это последнее семя, что осталось у Ки, хранитель деревьев. Давайте, блуждающие огоньки, осталось найти 3 огонька. Хорошо, это что такое? Сквозь заросли во тьме заросших недр застрял одинокий огонек. Итак, чтобы попасть туда... Я даже не... Вот сюда!
Вот сюда нам нужно. Ага. Давайте тогда вернемся сейчас, попробуем семя отдать. И спустимся вот сюда и вниз. Таков будет наш с вами план. Туда дальше, интересно, можно пойти? А, тоже можно будет. Окей. Сообщите хранителю деревьев. Грустную новость мы выполнили. Поздравляю. Мы просто предвестники беды. Ни капли хороших новостей. Сейчас еще узнаем, что... Гумон и... Я забыл имя. Гумон и... Нару, по-моему. Да. Тоже сдохли, пока плыли сюда. Что-нибудь в таком духе. Почему бы и нет, да? Ты скучаешь по дому? Иногда я просыпаюсь и чувствую, будто не уходил. Мы жили в славной избушке. На полках и в ящиках было полно семян для посадки. Когда пришла метель, я попытался унести их все. Надеюсь, ни одно не забыл. Так, список проектов. А это что? Последнее семечко. Тогда приступим. Да, можно это сделать. Хорошо. Хоть что-то позитивненькое. Да! Древо взросло, и теперь, пожалуй, получим с вами задание. Вообще-то я лучше разбираюсь в цветах, а не в деревьях, но ясно одно, это большая редкость. Это семя старинного дерева, которое выросло задолго до нас, а теперь оно будет расти и после нас. Все, мерси, ничего страшного. Новый слух, избушка Талли. А где он усадил это дерево? Куда он его... Правда, а куда он посадил-то чертово дерево? Ой! Сейчас найдем. Сейчас поищем. Что за фигня и... А, вот она, здрасте. Опа, этот чел пришел. Немного счастья. Я даже вижу, как у него такие слезки на глазах. Свет предков, свет духов прошлого напитал вас силы. Теперь все атаки наносят 20% на 25% больше урона. Духи ушли, а мои деревья пали жертвой упадка одно за другим. Но ты вернулся и нашел дом. Да, ах, мягкую почву для последнего семечка. Может, еще есть надежда на новую жизнь? Может, последнее семя станет первым деревом? Может быть, чувак, может быть. Более чем уверен. Так, нам нужно вот сюда переместиться теперь. Go. У нас еще с вами как минимум 4 выпуска. Потому что надо найти каждый огонек. По огоньку на выпуск. Договорились? Договорились. Стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Вот так подходим. Сражаться с ними я не такой. Я добрая душа и не убиваю без надобности. Ой. Но грибаю. Без надобности. Откройте, прошу вас. Оу, как же это сделать? Как же... Смотрите, древо. Но мы же здесь были. Ой-ой-ой. Так, друзья мои, как же быть-то? Как же ж быть-то? Давайте отшвырнем его. Ну, какая-то фигня. А вон, смотрите. Ага! А вот и рычажочек. А почему мы раньше это не сделали? Мы... А, у нас, наверное, раньше не было этой способности отпружинивать. Гоу-г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 оу. Ну что ж, новое место, да? Иди. Иди.
Желательно какую-нибудь новую ячеечку нам дать. Да-да-да, там ячейка жизни. Yes, baby. Итого у нас их уже 6. Тихо, тихо, тихо. А, посмотрите, чем мы сражаемся. Стоп. Нет, 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 нет. Мы можем сражаться пером. Нет, стоп, 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 стоп. Я забыл. А, вот, все, да. Значит, смотрите, турель. Вот это будет, да, на клавишу, значит, на мышку. Это будет Е, как обычно, а это будет... Давайте турель на R. Посмотрим, как это будет работать. Нифига, что творит! Я просто чисто случайно подпрыгнул. Не знал про такое ее свойство. А может, и просто позабыл. Стоп. Карта, да. О, нет. Тварь паучиная будет нас ждать, да? Опять Моки. Когда пришла тьма, Квалок отправил Моки в заросшие недра на разведку, но врата оказались закрыты. А теперь Квалок отправил нас открыть их. Все потому, что внизу заплутал огонек, прямо как твой. Махонький. Сиротливый. Там темно, но ты его найдешь, если будешь сиять ярко. Я буду сиять ярко. Они... А, вот как это делается. Давай, давай. Будем тебя ждать и держись от тьмы подальше. Она скользит. Она поглощает. А, вот оно как. Там реально будет тьма, который будет живой, заросшие недра. Воу, 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 воу. Воу. Нихрена себе, как мерзко. Не в ту сторону отпружинил. Ху-ху. Что-то я не был готов к этому. А, погодите. А что там, чуть подальше? Вот оно что. Вдребезги. Вы получили новый осколок духов. С ним снаряды дуги духов раскалываются на снаряды. Куда-то мы это можем добавить. Ну, не знаю, безрассудство, клей. Да я пока оставлю как есть, наверное. Куда-нибудь потом применю когда-нибудь. Ладненько. Тут вообще желательно ничего не трогать. Ага. Тигончик. Всадил себе все-таки. Это мерзкие жуки, как неприятно сделано. Почему? Почему? Он не цеплялся, просто не зацепился. Прикиньте, как назло. Давайте еще раз туда. Секундочку. А, есть. Аккуратненько пошло. Давайте просто вот его убьем, потому что он дестабилизирует нам тут все. Этого вообще почему-то не оказалось. У-у-у-у-у. Как-то так. Что это за мразота? Все, есть, хорошо получилось. Что это за звук? Что это? Мне не нравится это. Здесь глаза леса погрязли в беспросветной ночи. Ночи. В этих лесах всегда было темно, но из-за упадка тьма стала гуще и опаснее. Ладно, вот это... Вот это вот что это? Что это? Светлячок! Фея! Это фея! О, неприятные жуки! Стой, 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 стой! Держись! У-ху-ху, прикольно! Так, ключ один есть. Давайте просто будем идти за ними. Стой, 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 стой. Добрая фея. Надеюсь, ее никто не будет убивать. О, музыка такая. I don't like it. Мне знаете, что нравится? Вот все истории, они по сути...
учат об одном и том же. Ну как так получается, что если нам сказать эту идею, ну главную идею, ядро этой истории, что добро, зло, свет и так далее, если нам сказать это вот так просто, ну короче, добро это хорошо, зло это плохо, мы подумаем, заткнись, как это уныло. Но через вот такие вот, знаете, витиеватые пути мы эти идеи лучше воспринимаем почему-то. Я не понимаю, как так работает наш мозг. Почему нам нельзя говорить напрямую? Ага, еще одного же, да, мы не взяли. Ясненько, ясненько. Секундочка. Вот так. Все, стоя. Нет, нифига. Она не будет держаться. Смотрите, прям какие-то крылья. Это какие-то насекомые погрязли в этом. Блин, стрёмно. Хорошо, мы будем светить максимально ярко. Ах, вот оно как. Ага. Так, хорошо, светлячки нам на помощь не придут в этот раз. Ладно, нафиг оно нам сдалось. Просто прыгаем и все. Просто прыгаем и все. Куда теперь? Ох. Хорошо, эти враги нам сейчас, оказывается, очень даже нужны. Давай, коцай меня. Главное, не покидай меня, мой маленький свет. Мой маленький лучик света. Ай. Есть. Стоп. И там можно ухватиться за чем-то. Не знаю, зачем, я не буду. А, все, можем вернуться обратно. А, как раз-таки вот здесь нам и понадобится ухватиться за эту... Это же ножки жуков. Есть. Ты дальше меня поведешь, ведь, надеюсь? Спасибо. Все, здесь его цикл жизненный завершен. Кстати, оно только что лишилось жизни, погибло. Ага. Собственно, теперь да, нам нужно было вот сюда. Раз, два. Кстати, вот, продолжая эту тему. Ой. Продолжая тему, почему нам нельзя напрямую говорить, как оно есть, и прописные истины, почему нельзя вдалбливать напрямую, хорошо отражено в книге Танатанавта. Я уже ее вам неоднократно советовал, но это хороший повод еще раз ее посоветовать. Очень прикольная книжка Танатанавты. Опа, хорошо, всадил. Всем советую, вы не пожалеете. Так, смотрите, значит, нам нужно ее... Мы можем пойти наверх, а можем пойти... Ну, а как мне... А, давайте его, наверное, вот так, может быть, сделаю. Вот, да, хорошо. Окей. Ой-ой-ой, не трогай. Подохни, мразь! Ой, нифига себе. Так, погодите. Нет-нет-нет. Нет-нет-нет. Турель сейчас мне не поможет. Лучше подзаряжаться. Смотрите, это жало, оно рожает себе подобных. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладненько. Вот сюда. Нет. Нет. Почему он стреляет? Я не понимаю, почему он стреляет, куда не просят. Смотри, как говно. Блин, сейчас, погодите, я что-то не понимаю. Надо вот эту штуку разбить. Разбили. Так.
Вот. Фу. Да блин, вообще. Что получилось? Ага. Два лучика света. Давайте чуть-чуть тебя подзарядим. А как нам теперь? Как нам теперь? Может быть, так всадить? Нет. Оттуда светят. Сверху. Ага. Но это нам ничего не дает, да? Смотрите, вот там вот летучая мышка, да, сидит. Честно, я пока не вижу, что мне делать надо. А, все, я понял. Давайте отшвырнем его. Подохни. Подохни. Да не я. Все, все нормально. Просто нам нужно аккуратненько вниз. Аккуратненько. Как-то так. Угу. Так, быстренько, быстренько, быстренько входим. Оп. Обратно направить. Сейчас надо убить его. Бесит. Увернулся! Какой молодец. Искусственный интеллект, как нельзя иначе, да? Хорошо. Ладненько. Быстро, 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 быстро. О, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Фух. Ладненько, как-то выжил. Куда? Стоп, нельзя, нельзя давать себе. Погодите. О, еще дальше надо идти. Так, давайте наверх подзаправимся. Тихо. Стоп. Ага. Нет, туда нельзя. Фу. Живем. Пока живем. А что? Это же... Это же... Разве это не штука? Погодите, это же штука, в которой была фея. Разве нет? Погодите. Где мы? Где мы теперь? А, нет, все, все нормально. Продолжаем. Ладненько. Ай. 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 Вот сюда, аккуратненько. Мне нравится этот левел. Не нравится мне этот левел. Скорей! Нет времени думать, друзья! Есть! Хорошо. Теперь у нас есть возможность сразу отсюда же вернуться прямо в дом. Прямо в домой. Осталось-то всего ничего. Давайте-ка быстренько с вами прошарим. Куда, кстати, мы сюда придем? Ага, бонус. И сдохнем. И сдохнем. Прекрасно. О-о-о. Придется заново проделать всю эту манипуляцию. А-а-а. Да легко, 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 хватай, молодец. Есть. Вот теперь давайте еще разочек сохранимся. Все это ради бонуса. Одного небольшого бонуса. А вот там. А вот там. А туда не попасть. Нужна способность. Которую, может быть, я где-то должен получить буду. Ладно, на обратном пути посмотрим, где я... Стоп. Давайте прямо сейчас пойдем туда. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Сейчас у меня хорошее настроение. Подох. Странно. А, ха-ха-ха. Не хватает нам света.
Да, придется вот таким вот... Ой, ёлки-палки. Нет, отсюда просто не пройти уже никак. Ну, бывает, бывает, коцусь. Стоп, погодите, значит, если сюда уже не попасть никак, то только вперед, только выполнять задание. Погодите. А как? А, блин, да что ж я... Да. Вот теперь все хорошо. Она отведет нас как раз-таки вниз. Здорово. Ладненько. Там мы получим способность какую-то, мне кажется, крушить, ломать. Ой. Все, гоу вниз. Прекрасно. Четенько прям попал. Четенько на снаряд. Куда? Куда? Да. Еще. Еще два каменных ключа надо будет найти. Ни одного нету. Давай. Веди меня. Смотрите, он прям аж дрожит, хочет меня убить. Чё ж все такие кровожадные? А теперь куда? Все? А, ну понятно. Свое дело сделала. Теперь давай ты. Ты куда меня отведешь? Чё ты творишь? Она чё, троллит меня? Взяла, затроллила меня зачем-то, непонятно. Нет, 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 нет. Ай, мерзкая, мерзкая тварь. Так, а ты куда поведешь? Давайте посмотрим. Еще ниже. О, а тут какая-то способность. И там какая-то способность. Я две способности где-то посрал, к сожалению. Ладно, давай ты. Ой, не покидай меня. Подзаработать немножечко. Я же не буду бесплатно свою работу выполнять, правильно? Так, вот так. Блин, а! Поспеть бы еще за этой штукой. А, куда? Куда? Ладненько, все, можно стоять спокойно. Все, спасибо большое. Сохранялка-то хоть какая-нибудь есть? Вот опять, опять ты. Хм. Сдается мне, надо вот так сделать. А, надо было хвататься, я понял. Сейчас сделаем. Тогда, в принципе, нам эта штука вовсе не нужна. Сейчас, 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 сейчас будет все. Вот как-то так надо. Хоп. Есть. А, здесь, да, здесь светло. Давайте попробуем, посмотрим, для чего этот фонарик нам нужен. Не знаю, не знаю, не хочу смотреть. А, мы можем отсюда вот вернуться потом. Но нам нужно усилить свечение, а у нас что-то с этим вообще проблемы. Давай поближе.
Пощипки. Еще выше. И еще выше. Отлично. Ну как вот можно было предугадать, что делать с этим всем? Хорошо, давайте сначала пойдем в другую сторону. Вот сюда. Вот сюда, да. Стоп, 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 стоп. А куда нас привели в этом случае? Погодите, мы просто обходной путь, что ли, замутили? А, можно с помощью феи, а можно без ее помощи, да? Ну, как-то я не уверен. Да, нет, нельзя так. Нам нужно только с ее помощью. Ори без феи не жизнеспособен пока, понимаете? Куда мне, блин? Вниз. Давайте-ка попробуем. А, нельзя так. Хорошо, только к фее. Угу, есть. Поближе, друзья мои, что за фигня такая? Мне же нужно как бы все это. Вот, спасибо. Ладно, давайте в самый верх. Оп. Вот. Ага, есть. Ну ладно, получилось, наконец-таки. Слушайте, не так-то и просто дойти до огонька одинокого. Вот мы уже сколько с вами играем. Уже целый выпуск фактически. Уже 40 минут. А мы хоть... А мы уже вообще в другую сторону идем. Ребята, это какой-то кошмар. Есть способность. Вы освоили новое умение. Привяжите его к кнопке E или R, удерживая Q. Так вы начнете светиться и наносить врагам урон. Свечение. Хорошо. Давайте свечение. Вспышку на R замутим. Удерживайте Q и используйте вспышку, чтобы... Ага, вот так. А можно удерживать Q? А зачем? Не надо удерживать Q. Можно и ничего не удерживать. И в то же время можем ее остановить, да. Понятненько. Ну что ж, мы получили новую способность, и я думаю, это хорошее место, чтобы сделать паузу. К сожалению, мы с вами сегодня не дойдем до огонька, уж очень далеко он припрятан. Но ничего, мы сделаем это обязательно в следующий раз. И если вам понравилось, и вы хотите увидеть продолжение, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик и пишите комменты. И спасибо большое за то, что составляете мне компанию в этой игре. Мне очень весело от этого. Не забывайте про ссылки в описании, там всякие ссылки очень интересные. На все очень приятно нажимать. Когда вы нажимаете, мне щекотно. На все мои паблики, фигаглики, бублики, в общем, все будет там по ссылкам в описании. С вами был Юджин, и всем пять!